Приветствую на канале Золотая Курочка. Вот снимаю своих бройлеров. То, что осталось у меня. Осталось их уже 18 штук. 32 я уже забил. Вот такие они крупненькие. Чем позже забиваю, тем больше вес у них. Уже тут у нас перегородка, и там у меня утята, мускусные утки. Белые и коричневые. И один гусенок вот вылез. Перегородил, потому что там в рудере им тесно. Там у меня появились, добавились гусята. Вот тут у меня появились, добавились 19 гусят сегодня вылупились. Вот они. Вот такие малыши. Вот. Желтенькие. Это тоже на продажу. Вот пекинская утка. Тут у меня вывелось 32 утенка, 40 яиц. Вот они так уже подросли. Им неделька, как и мускусные утки, но они намного крупнее. Они быстрее растут. Кушают хорошо. Добавил им сегодня, купил рыбу, почистил, отходы дал. Они все быстро съели. И думаю уже выставлять объявления. Они уже подросли. Их на продажу. Вот они такие шустренькие. Очень быстро растут. Плохо, что их покупают. Хуже, чем мускусные. Их лучше выращивать вот эти. В 2 месяца их уже можно убирать. Тушка 2 килограмма. Вот заканчиваю свой небольшой репортаж. Такое тоже коротенькое видео. До свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания.